Ну-ка, давай, Не, сколько короче, должно по быть? барабану, говори на полном серьезе, только без приколов, не флудите. Кого сейчас Дима называют, короче, ТП в Долоран. Мы посмотрим, соглашусь с ним. Графит Поклонская, Дон-Дон. Ну, Кральку, наверное, он еще назовет. Мне короче, кажется, давай, Димон. Может идти. Альфари. Ну и Старопира. Кстати, ключ есть, нажмите на эту на вход в священный планетарий. У меня ключика нету, хочу вас обрадовать. Где, ёпта? Я 2 минуты. Я есть, но я лечу. А, окей, сейчас Саня придет. Жук, вы самонете? Да-да-да, Рахшас, поставь этот портал. Поехали, пацаны, да? Давайте, мутант, Этерники, Трисия, я. Съебались, Райда. Всем пока. И пошли это, да? Как он? Сука, блядь, куда ты там ходил? Не зашла шутейка. БТ, пацаны, БТ. Кого я назвал, идем все в БТ. Пока. Я даже не понял, это был ребенок или она. И вовнутрь пока не заходите, стойте тут. А что, Поклонская сдох? Сейчас особо. Заходите, не заходи, Димон, не надо, не иди туда. Сейчас сова какая-нибудь звездопад нажмет и пиздец, придется с гильдии кикать нам. Какой-нибудь хантер. Очень простая. Тут просто надо не умереть. Получилось! Да? Нам удалось опередить Алгалона! Объясню сюда. Сколько людей закрывает портал? Короче, нонсенс. Информация 120%. Если весь рейд даже в одну лужу зайдет, он не закроется. Да, вам, блядь, гарантия вам 201%. Вчера в десятке закрылся. Хуёво вам. Даже ну так. Конечно, че? Возьмите примитива на ДЦ. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Так, теперь смотрим. У нас по хилам. Здравствуйте, у нас хилов нету. Этот майн тут только один. Вериена, он хапал, нет? Угу. Ой, красава. Так, и что мы имеем? Короче, Вериена хапал. Этот майн тогда будет у нас в хайпресте. А пацан вроде хилит. Славик, учись, брат. Ладно, я пошутил. Не смешно было. Так, да, надо еще, короче, 3 хилов эрдру обязательно. Мизантроп, есть у тебя эрдру? Есть. Если есть, спекайся. Я объясню, что делать. Че, Ромыч, у тебя есть этот ШП? Ой, ДЦ, Дундон. Иду покурю. А я в этом бою в комбате, я не могу спекаться. Че, у тебя комбат? Да. Пойдемте, короче, все на эти руки долбить. Всем рейдам. Надо руки залить. Какие руки? Сзади у Калагарна руки эти сраные. Побежали, побежали. Димас, врубай эту ставим. Надо, короче, хилов. У нас хэпал есть, хэприз, надо ДЦ обязательно. Бульдог, стара, репа. Каминс, есть у вас ДЦ? Кто-то из вас, Виталика, наверное, вряд ли. Ни в коем случае. Но эти бейте руки, они не дамажат. Просто вливайтесь. Да, будешь бафать. Че, Акрали, ты ушла, да? Или нет? Я так понял, да? На маге, если что. Вот Варенька такой гусь. Сейчас бы уже зашел на шамана, вообще бы отлично было. Три бы хрила даже начали по барабану. Так, Веракту на Кощугу надо накинуть бот, Епатане на мага. Где там в ПМ, кому куда еще? Только после рейда, не сейчас. Типа в РКшке. Сейчас комбо должен спадать. Жаль на босса. Могу, в принципе, на хапалы зайти. Хотя нет, я звезды лучше буду бить. Так. Короче, еще хотя бы одного хила, но лучше двоих. Кто может зайти на хилов? Бля, а ты что, на эрдру не пойдешь?
Мы сразу, мы вряд ли сейчас слезы сделаем, я тебе сразу говорю. Лучше бы ты в хиле была. Диана, слышишь? А тебя слышно? Раз, два, три. Слышно, слышно. К сожалению, блядь. Ну, сука, хоть когда-то замолкаешься, нахуй. Ты на радио, что ли, работаешь, блядь? Че, ты обиделся, что ли, в нашем разговоре? Не, я думаю, Рейта взять, попросить его пойти, пусть на ДЦ зайдет. Бери, конечно. Потом отдам. Куплю голову за 18 596 голда, 85 серебра и 2 медных монетки. И зная тебя, ты еще и отсосешь, наверное. Ну, это тоже, да. Да он уже предлагал. Так. Давайте пока ставочки ставим, там кто подохнет. Мизантроп, блядь. Это ставочка X3, если вы говорите. Пошел я в Долган. Хватит тут фанговать. Я сейчас релогнусь. Если угадываете, X3 ставочка сразу. Ставили 1000, получаете 3000. Сейчас я релогнусь, сейчас скажу, что делать будем. Ты сдохнет? Я тебе говорю, ставка на то, кто сдохнет? Да-да-да, да. Гриша, я называю три ника и не умирают, спорь? Графит по-любому. Сейчас я зайду, еще посмотрим. Если я выиграю, ну, если я скажу, кто сдохнет, и он сдохнет, что мне дает-то? Я сколько выиграю? Голову выиграешь. Окей, я ролю... Ой, точнее, я ставлю на то, что сдохнет Айкин Блинк. Молодец! Ты прочитал последнее сообщение Мизантроп, не? Да, буду сосать по КД. Ну, так ты согласен? Еще? Помогите, на ком ДСР? Ты сказал, зайдет вроде. Не зайдет, там что-то ЦЛК. Он в ЦЛК. Как гусь. Дроп так в игру, ой, красава. Либо ШП. Знаете, я слушал шутку, короче, типа, чувак идет, говорит, ты чё, сука, гуф, блядь? Чё ты умираешь на каждом трэше, понял? Смешно прям, ну, а было про мизантропа пошутить. Поставь в Вуди шкаф. Так, шас, тут агро, короче, срывать не надо. Все красава, там босса подолбил. Димон щупальца. Сейчас Джесс зайдет и начинать. Короче, у нас три танка будет. Мутант, Этернити и Джесс. Остальные все спекайтесь в ДД. Там Джунглерой, Поклонский, Веракт, Трисия. Почему щупальца не дамажит? Этот, Славик. О, вот и Навария как раз отлично. Димас будет болен. Ваня, а чё, мутант Джесс зайдет? Или... Дез, это и есть старый, я почитаю, не понял. Ваня. Ну все, напиши ему, пусть заходит. Окей, я сейчас объясню, что делать. По хилам. Так, Deadminded, Хэпприст, Мизантроп, Верена. Лефари, у тебя есть, Аршам? Чё, Ток. О, и Дэйв, по-моему, у нас ДЦ. Сейчас я посмотрю. Да, все, ДЦ, все отлично. Все, пятая группа. Кроме Бульдога у нас все, короче, 4 хила. Далее, смотрите. У нас будет 2 танка, 3 танка. Мутант, Этернити и Джесс. Этернити и Джесс, на первом суровом ударе вы остаетесь, прожимаете на 50% срез урона. Хилы выходят с порталов, моментальные хилки отдают вас. Теперь слушайте внимательно. Deadminded, чекнул на ФК, Deadminded, ты моментальную флешку, там хилку отдаешь в Этернити. Виерена, ты отдаешь в Этернити. Дэйв, ты отдаешь в Джеза.
и мизантроп ты отдаешь в Джеза. Если поняли, поставьте плюс в чат. Это после каждого сурового удара. Все. Далее, короче, смотрите, мутант. Ты на первом суровом ударе заходишь в черную дыру. Все созвездия, Этернити, сейчас Джез зайдет, я ему сейчас скажу, должны висеть на каждом суровом ударе на вас. По протополадина будет два суровых удара. Вы на каждом суровом ударе остаетесь. На первый суровый удар нажимаете на 50% срез урон. На втором суровом ударе просто у вас срабатывает ревностный защитник. И все, хилы выходят, моменталками вас захиливают. Мутант, ты на первом суровом ударе заходишь в черную дыру, на втором остаешься, прожимаешь незыблемость, и Дэйв тебе кидает зубы. Так, теперь смотрите, мы с Литрионом будем разбивать звезды. Так, Джон Лерой, твоя, а нет, Трисия, твоя первая, Сакра, Саня, ставь, короче, ауру от тьмы и выноси на панель мастера ауры, если у тебя есть. Так, я вижу, есть. Вот, ты Сакру, короче, первую отдашь, потом по моей команде прожмешь мастер аур там на второй фазе под любую, короче, из звезд, чтобы поменьше урона нанеслось. Так, запоминай, Трисия, первая, так, Сакра. Так, кому отдавать? А давай кидай на хилов постоянно, на хилов. Например, там на Виерену, на Хэпала. На нем, скорее всего, созвездия будут висеть постоянно. Вот, ты, короче, на Виерену отдаешь Трисия, Джон Лерой, отдавай на Мизантропа Сакру, твоя вторая. Поклонский, третья Сакра, кидаешь на Дейва. И Веракт, четвертая Сакра, кидаешь на Хэприста, Дедмайндед. Все, если поняли, поставьте плюс в чат. Сейчас, секунду, я там Джеза приму, если он зашел. Суммоните пока его. Сейчас он в рука зайдет. Далее, смотрите, ребята. Массой вообще никто не бьет на протяжении всего трая. Только первые 6 секунд вы массой можете бить. Совы звездопад юзать. Дальше просто с панели их убираете, чтобы не зарачить, чтобы не затупить. Там фурики рассекающим не бьете. Эти ретрики. Бури своей. Пацаны, 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 там я сейчас скажу. После слез, пожалуйста, не расходитесь. Димон поставит щупальца. Мы все станем на колени, я сделаю скрим, мне это очень надо. Пожалуйста. Окей, Джеза суммоните. Так, Вова, ты врага, нет? Вова, брат. Или не брат, ты нахуй. Суммоти там быстрее, надоел ты мне уже. Так, теперь чё ещё не сказал, помогайте мне. А, я вспомнил, ребята, смотрите. Для того, чтобы зайти в портал, чтобы вас в комнату перенесло, это на каждом суровом ударе вы должны делать. Вы должны зайти в центр лужи и хаотично там из стороны в сторону бегать. Вас в портал засосет. В портал зашли и из него вышли в то место, где снаружи нету портала. Чтобы вас не засосало на переходке потом в него обратно. Это очень важно. В портал зашли и вышли из него. И бегаете там от темных сущностей. Можете фиры дать ему, там шапешки и сушения. Только смотрите, не умирайте. В комнате хилы вы тоже хилите. Потом хилы вы как вышли из комнаты, моменталки отдаете в тех танков, которые я вам называл. Дэйв, не забывай, зубы оставляешь только на второй суровый удар и отдаешь их мутанту. Мутант жмет незабываемость. Вова, ты тут, Джесс? Да. Дайте рыбу, пожалуйста. Чё-чё-чё? Дайте рыбу и фулбаху мне. Слышу. И фулбах, лаху. Удал. Дайте бафу мне. Так, короче, Дундон, смотри, если чё, лоу ХП у рейда будет, дашь первый гимна ХП старый реп, а твой второй. Виталик, если профитно, дашь третий. Так, Вова, смотри, на первый суровый удар ты вместе с Этернити остаешься, прижимаешь на 50% срез урон, понял? А на втором суровом ударе ничего не жмешь, там клык можешь прожать, короче. И на втором суровом ударе на тебе просто ревностный срабатывает. То есть два суровых удара, вы остаетесь. Чеку на готовность, смотрите, чё. Дайте рыбу. Рыбу дайте. И поставьте эти локи, унитаз, пожалуйста. Камешки возьмите все оттуда. У кого меньше там 40% здоровья будет, привязайте камешек. Не испытывайте судьбу. Такой вопрос. Есть у кого фласка на танка? Ой, Дэн. Не парься за эту фласку, вообще забей. Там, если сдохнут, то сдохнут. Тебя должны захилить, успеть. Здесь спасибо. Можете Джезу там кинуть. Я денежку отдам. Так, Виталик, Каменцы, и будем начинать. Все хилы постоянно по центру вокруг босса распределились. Подходим пока к боссу, но не начинать.
Давай, Вуди, спрякайся в демона. Ракшас, следи там за игрой постоянно. На протяжении всего трая за игрой следите, очень важно. Смотрите, ребята, еще по моей команде, если все нормально будет, на втором, короче, суровом ударе, после второго сурового удара, мы выйдем. Возле звезд не стоять. Вам нужно от них отбежать примерно на 12-15 игровых метров. Потому что на переходке звезды, короче, сломаются и оставят после себя лужу черную. Вас в них засосет, если будете рядом с звездами стоять. На протяжении всего трая лучше подальше от них стойте, чтобы не было проблем. Короче, чеку последний раз. Виталика ждем и будем начинать. Сейчас все, кроме двух танков, так, кроме трех танков, отошли к стенке. Вообще прям практически вплотную отошли. И по моей команде с Виталик подойдет. Мутант нажмешь на ЛП, только пока не начинай. Ну, Виталя, брат, тебя ждем. Гусь, сука. Давайте кидаем ролл, если меньше 65. Блядь, Виталик не натурал. Сука, 85. Что за дерьмо? Такой гусь. Видали? Слава на ванилу изи. О, слава Аллаху, ты вернулся, Виталя. Сейчас что? Простите. Давай, смотри, камень, остаешься на первый суровый удар. Ты всегда стоишь. А, окей. Старая репа, на первый тоже оставайся, по возможности на второй. Так, протопалы, смотрите, Этерники, ты постоянно на созвездиях. Джесс, ты второй танк. Мутант, главный танк. Все на пулы сейчас отдаем сначала на мутанта. Потом не напуливаем. Танки там сами разберутся. Сейчас отходим к стеночке. Отходим к стеночке. Давай, мутант, начинай. ЛПшечки. Подходит туда, короче, Джесс и льет лужу под босса перед пулом за 5 секунд. А все мы стоим у стенки. Шаманта там и в центр поставил. Все, молодец. Просто только по моей команде. Отойдите к стенке подальше, подальше отойдите. Не испытывайте судьбу. Ищу ГП там, сука, если сдохнете сейчас. Красава. Давайте бьем босса. Давайте рост. Давай, Альфари, рост. Сейчас будет звезда появляться. Я поставлю кружочек, от него надо отойти. На протяжении всего боя отметок от звезд вы отбегаете. Димас, пока не бей, пока бей босса, Димас. Бежали, подальше отбегаем от кары, далеко-далеко очень. Я отдал факты. Отбежали от звезды, от кружка, разбиваем, Димас. Разбиваем звезду. Захиливаем рейд. Так, отбежали от кружка, отойдите далеко-далеко от кружка, отходи. После кары разобьем. Смотрите кары внимательно, под ноги, смотрите. Для кары разобью. Так, захиливаем рейд, вон, молодцы, урона не получили. Забираем на себя созвездие, захиливаем рейд. От кружка отошли, ребята, отошли от кружка. Забирай следующий танк, алло. Разбиваем. А с от кары надо будет далеко очень отбежать. Я разбил звезду, захиливаем рейд. От кары далеко отбегаем, ребят. Так. Так. Подходим к порталам. От звезды отходим. Сейчас надо будет захилить. Подходим к порталам. Заходим в портал. Заходим, ребята. Заходим и там хилимся. Хилимся в комнате. Из комнаты сейчас выйдем. Понятно. Сейчас будет кара. От кары отбежали. Этерники, хильте. Полипал как-то. ГП. Я его резну. И ману ему залью. Где у нас бафет? Дайте нас бафет. Димон, разбили кружочек, помогай мне. Так, сейчас от кары далеко отбегаем, ребята. Очень далеко отбегаем от кары, после кары разобью. Схиливаем рейд. Захиливаем, сейчас опять разобью, ребят. Так, лоу рейд.
Захиливаем, захиливаем. Я сейчас со звездой гуляю. Схиливайте танков. Батарейный хили. После кары. После кары разобью. Схиливаем мутанта. Разбиваю. Схиливаем. Погиб на отхил, дундон. Вот все, красава. Короче, смотрите, подходите к порталам, но никто не заходит. Будет еще одна переходка, надо будет в порталы зайти. Мутант хил, мутант. Сейчас кара, потом будет, скорее всего, суровый. Отбегаем от кара, заходим в порталы, заходите в порталы. Входим в портал и выбежали туда, где их снаружи нету. Очень ходит пал, да. Добиваем. Он не понимает, что делать, мне кажется. Дубль, все, да. Да. Все, добивайте босса, только от кары надо будет отбегать. 3 секунды еще. Ну вот такой подставный, никто, наверное, не ожидал. От кары отбежали, что хэпал сдохнет, блядь. Единственный. Мне кажется, от Летриона, да, никто не ожидал, блядь. Да не, он бы не сдох, Летрион, если бы хэпал выжил. В этом... Так хэпал ни при чем, что его не захилили. Не, ну может быть и при чем, конечно, но... Подожди, а как хэпал сдох? Два раза не заходит во тьму туда вообще-то, он два раза туда не заходит. Дай лута. Сейчас. Слышишь, а... Как он сдох, что-то понять не могу. Не заходит в дыры. ...пламенем творцов. Их жители гибли, не успев издать ни звука. Я был свидетелем... Вот и ты говоришь, дохнешь. ...и умирали. Вещь, Дэйв, все красава. И все время я оставался холодным. А не от сурового можно? И без разума. Можно ДПВ берите тапки себе. Он собирает. Но он мне пишет, типа, Виерена сдох от сурового удара. Как он сдох, я не понял. Неужели все они были подобны вам? Неужели все они так же любили жизнь? Похоже, ваша сила кроется именно в несовершенстве. Можно, охуенно, скажем, я пробежал через теневой портал, меня первый раз не закинуло портал, надо, я не знаю, не что это. Надо, блядь, не пробегать в него, а в него забежать и ходить там, туда-сюда, титанов, а не бежать. Пока... Я же объяснял, смотри, чтобы тебя в портал засосало стопроцентно, ты должен в центр этой лужи черной встать и бегать там хаотично из стороны в сторону. Тогда все вообще супер будет, тебя засосет 100%. А нет, остались первые боссы, нет? Сейчас, короче, это... У кого права есть? Димас, есть у тебя права?